у нас уже разогрелась духовка до 180 градусов. И будем сейчас отправлять наши кулички в духовочку. Что, я закидываю? Давай, закидывай. Или потихоньку вставлять? Аккуратненько. Вставлять, да? Давай, тащи сюда. О, Коля так и не сделал эту резиночку. Аккуратно, сильно не тряси, чтобы они не осели. Говнюк, да? Ну, сделай резинку. Мы, кстати, яйца так и не покрасили. Так поедим. Лень, это вообще что-то. Да что, так пойдет нормально же, но. Да просто как-то некогда с этими. Да не, мы покрасим яйца. Мы уже придумали, что мы их покрасим в зомби цвет. Да? Надо, кстати, поискать. У нас вот такие вот краски есть. А еще с прошлого года оставались еще другие, там синие, еще какие-то. Ну, короче, чтобы больше было. Да, ну не будем заморачиваться, ты что? Искать что-то. Так покрасим, мне все, зачем искать. Вот мне, вот если честно, это яйцо, Макс сказал, что ему он не хочет вообще красить. Да, мы их и не красим, потому что Макс не хочет красить. Сейчас мы будем с Колей красить. По сути, там мы из-за Макса покупали, а нам какая разница, мы можем вообще не красить. Так покрасим. Белый пейс. В белый цвет покрасили. Главное, что они вареные. Вот что самое главное. Что они сырые. Все. Остальное не важно. Ну, что-то их очень много, я хочу сказать. Да ладно, съедим. Знаете, как проверять яйцо, вареное или нет? Так уберешь, крутишь его. Если оно так вот легко крутится и быстро, значит, оно вареное. А если оно плохо крутится, значит, оно сырое. Все, наверное, знают. Но я так решил поумничать, мало ли. О, ничего, как они поднимаются, смотри. Где? Сейчас вулкан, да, будет? О, ничего себе! А почему оттуда так дует, а вентилятор, ты видишь, не включен? Так это вентилятор дует с самой духовки, ну, что она работает. Ну, там-то вентилятор же не дует, я вот не могу понять, что для меня какая-то мистика просто. Вентилятор я вижу, но он стоит на месте, откуда дует? Давай, пока там все дует, мы яйца покрасим. Яйца покрасим. Нам нужны салфеточки. А что, подожди, тут, наверное, уксус нужен? Или что здесь нужно? Уксус. Так. Рекомендуем перед окрашиванием яйца вымыть в содовом растворе. Стакан. Одну столовую ложку уксуса 9%. Столовую ложку воды. Так, и потом еще 100 мл воды влить. Видишь, что написано? Да, что пора уже выпекать наши куличи. Я такой просто стою такой, у меня прям вибрация такая по руке. Думаю, что такое, звонит кто-то что ли? Смотрю, потом написано «Время и стекло». У меня «Время и стекло». Это знаешь, этот фильм «Время», где вот это вот была? Какая-то у меня «Время и стекло», я же должен просто упасть. Дай время, дай время. Короче, давай будем красить. Нужен уксус. Где у нас уксус? Вот здесь уксус. У нас уксус. Не знаю, давай здесь покажем нас, всем, что смотрите. У нас тут есть. Смотрите, у нас тут есть какао-порошок, если что. Порошок. Да подожди, вот уксус стоит. Вот доставай. Это что, вот уксус? Нет, вон тот доставай, 9%. Запотел, смотри, что там. Уксус. Вспотнул что-то. Жарко. Так, давай уксус дальше. Я буду здесь готовить, давай. Так, сколько там? 4 цвета, надо 4. В идеале 4 вот таких вот баночки. Какие? А хотя нет, там же надо 100 мл. Короче, давай вот кружечки стеклянные держи. Что-то я там снимаю, непонятно. Мы тут недавно давай, давай. Посудомойку разгрузили, и у нас только теперь посуды. Мы опять ее загрузили, кстати, если что. Да. Опа. Так, 3, да. Еще одну. А у нас всего красок только и 4. Поэтому больше бы все равно не получилось. Больше же было кружек у нас таких. Ну все, давай. Так, 1 столовую ложку воды, столовую ложку уксуса. Так, поехали, перенесемся тогда вот сюда. Это что? Берем отсюда. Я смотрю на это, мне аж думаю, желток. Это надо будет булочки помазать. Давай вот этой ложкой. Давай мы уксус не будем этой ложкой. С этой ложкой? Да. Так, воды, да, надо? По столовой ложке. Ложку, да, воды? Одну? Одну. Опс. Опс. Примерно, да? Плюс-минус ложка.
Нет, ровно до капли, одну ложку. Так. Здесь вообще не получилось. Давай еще вот этот присканем. Вот. Хотя, наверное... Да ты что-то переборщил. Я не знаю, выйдем сейчас, вот что жалко. Да ладно, ну что ты... Ну ладно, я вообще забыл. Это же примерно надо, что ты это самое, прям. Вдруг не получится. Вот. Два стопудово меньше я налил сейчас. Так, воду убираем. Ложку уксуса. Да. Уксусом шутки кофе. Отходим на километр. Так, сейчас. Из меня вообще поварка. Так. Нормально. Видишь, неудобно немного. Я, видишь, ну, опыта нет, я поставил неправильно эти кружки. Надо было в ряд поставить, а я, видишь, сам себе под руки поставил. Ставить теперь мучаюсь. Видишь, эта кружка какая-то ну, заколдованная, хватит, да? Хватит, ты же налил уже. Давай капельку еще бахнем. Зачем? Сейчас капнешь капельку. О, видишь, ну смотри, уксус-то остался в ложке, мы сейчас остатки берем сюда. Так. Дальше что там? Инструкцию читай. Ну, таблетки туда закидывай. Ну, а. Давай, это я люблю. Так, как распаковывается? Нашим цаем. Наверное. Точно не знаю, но... Опа, тут что-то есть. Что-то есть. Все, что? Теперь их нужно немножко размешать. Они вообще пятна, нормально. Чтобы они растворились, в общем, сейчас подождем. Короче, вы посмотрите, какие грибы взошли. Дело все в том, что... Меня тоже тут видно, как я тут на карачках стою. Дело все в том, что Света говорила такая, ну, как раз они сейчас зайдут такие, ну, небольшие будут, да, вот где-то вот до сюда вот так. И можно будет туда еще и безе сверху, ну, как бы, налить. А они такие грибы стали, что, короче, там безе, так куда вот мы будем безе наливать? Сверху. Сверху. А прикинь, вот эти формы, которые там еще продавались, формы у нас, они были вот такие вот длинные, которые картонные были, одноразовые. И вы представляете, такая форма, и еще плюс поднялись, и, короче, они вот такие вот были бы, я не знаю, вот как... У нас такие в прошлом году. Вот такие. И безе вот так вот сверху. И кого... Вот так вот. Ну... Видишь, формочки широкие. Мне почему эти понравились, что они широкие и что будет много безе. Безе? Да, у нас все любят безе. Макс чистый верхушку будет, поэтому я вообще не знаю смысла. У нас, вот смотрите, что тут произошло непонятно. Надо взрешать. Реакция. Нам все равно ждать надо. Хоть мешай, хоть не мешай. Ну ладно, подождем, что. Здесь что-то вот вообще, да? Почти растворилось, так. Так, я, видишь, так мешаю. Так. И вот так. Ну все, ждем, что. А сколько готовиться будут эти куличи? Ну, еще минут 10. Сейчас 10? Позолотятся. Ну ладно, будем ждать. Я нарвал полотенчиков вот таких вот. Вот таких одноразовых. Типа салфеток. А Света закручивает конфеты, типа, на Новый год. Это просто все дело в том, что Максим нашел и сказал, что надо сделать так. А сам он не хочет принимать в этом участие. Типа, родители, давайте, как вы делаете. А я пока мультики посмотрю. Вот. И мы решили сделать вот так. То есть, я что-то, походу, многовато, да, нарвал-то? Да ладно. Ничего страшного. Сейчас мы будем макать вот этот раствор. Да, мы его дальше не будем доливать по 100 мл, там еще надо воды добавить. Но мы этого делать не будем, чтобы цвета были ярче. Угу. У нас, в принципе, еще вон она пачка лежит, поэтому нам стопудово хватит. Ну, нам зачем? Там не, ну, на хватит. Всякий... Я так, ну, вообще говорю, что если что, а вдруг. Не хватит, да? Просто я почему сказал, кстати, в тарелочку надо складывать, чтобы стол-то здесь тоже не покрасился. Конечно, мы сейчас в тарелку будем складывать. Вот. Ну и сейчас увидите, в общем, сейчас все закрутим, завертим, да? Да. И покажем, что как дальше будем делать. Лайфхак от Светы, короче. Что от меня-то? Ну, от Макса там. От кого? От меня пускай будет, от меня лайфхак. Сейчас, прикинь, ничего не получится. Но тогда мы вырежем, где я говорю, что от меня лайфхак. Я сам где от Света, да? Ну да, да. Нормально будет. Да не, все получится стопудово.
Кулички наши уже готовы. Доставай быстрее, пока они не сгорели. Чем доставать-то, ё-моё? Полотенцем? Двумя. У меня что-нибудь такие тяжелые, что ли? Я справлюсь одним. Ну, смотри. Тут раз просто мне лицо обожгло все. Я же не опытен в этом вопросе. Вот, смотри, они такие были маленькие, да? Когда я их туда сложила. И какие они выросли. Ну, грибы же. Они прям воздушные-воздушные. Можно так? Нет. Давай что так вот сделаем. Ну, ты можешь свои два так сделать. Я не сяду, да? Ну, да не должны вообще-то. Я вот не знаю, как теперь их оттуда достать. Знаешь, наверное, надо, чтобы они маленько остыли, да. И потом конечно доставать. Надо булочки сейчас я смажу. А они сейчас пивоки присохнут, нет? Нет, они немножко сейчас под минут 5 постоят. Короче, ничем не будет. Сейчас я булочки желтком смажу и булочки в духовку отправлю. Вы посмотрите, что происходит, короче. Кот лежал там. А кот здесь заряжается у нас от пауэрбанка. Mm-hmm. Сейчас просто он как зарядится, будет всю ночь потом нам жару давать. Mm-hmm. А знаете что, просто он лежал в той этой штуке и на том диванчике. И мы разбирали посудомойку, и я крышки убирал туда. И я крышку одну убрал, он только голову поднял, типа, а? Чё? Типа, что происходит? Я скажу, блин, еще одна крышка, думаю, ну капец. Я вторую крышку убираю, тогда он уже убежал. Он убежал, лег на коврике в коридоре. Видимо, там, может, ему дует или не понравилось. И он пришел обратно на диван. У него батарейка села просто немножко. В общем, Света убирает куличики, они вот так вот, представляете, легко вообще достаются. Давай, на, подержи, давай я уберу. Подожди, давай. Боюсь. Запихай булочки в духовку. Я их вот смазала уже этим желтком. Давай. Вот это, смотри, лепеха, да? Как будто, знаешь, наступил кто-то. Вот эта булочка будет самая вкусная, между прочим. Там столько мака. Ну, как будто кто-то наступил. И мало теста. Может, понравятся нам такие булочки с маком, так будем постоянно их кушать. Так, ну готовить. Давай, сейчас я руки разомну. Ну, господи, ты пока там руки свои разомнешь. Ты просто так показывала мне, как будто они прям горячие-горячие. А они вот, я их держу, вот. Так вот. Правильно, ты пока руки разминал, они уже остыли. Держу. Ой. Ну-ну. Так, теперь надо их накрыть полотенчиком каким-нибудь чистеньким. Ну, вот этим я не трогал еще. Поэтому оно чистое, да? В смысле, я ничего же им не трогал. Все, сейчас еще булочки приготовятся у нас. И надо достать Витька, чтобы он нам безе сделал. Че, мы яйца будем красить? Да, давай, пока эти булочки выпекаются. До конца растворилось. Ну, там вот такой окупышек плавает. А, да? А где эти ватные нужные палочки? Я не знаю. Сейчас я принесу. В общем, мы решили задействовать весь стол. Да. Взяли тарелки. Смотри, ты в эту только складываешь. Да. А я в эту. Закидываю палку? Да. Я, если честно, крашу яйца первый раз. А я таким способом тоже первый раз крашу. Я не таким способом вообще. В принципе, яйца крашу. Я, если честно, не люблю эти процедуры все. Печь там, это все, это вот, заниматься ерундой. Короче, вот так это все дело делается. Да, берем, просто вот так промакиваем. Одним цветом, потом рядом другим цветом. Ну и вот так, в общем. Мне кажется, прямо надо помощнее промакивать. Главное, не покрасить себе руки, да? Отмоется, наверное. Наверное. Ключевое слово «наверное». Что-то у меня вообще... А, тоже долго. Ну, короче, это долгая процедура. Знаешь, что понял? Может, Макса заставим? Давай не все яйца будем вот так, вот так красить. Давай покрасим штуку. Два. И все. Потому что я вон покрасил, вон. Ну, я тоже половинку только. Как держать дальше? Да, давай мне кружку, которую возьму, как видите, и
Я буду ей красить сейчас. Занятие, конечно, интересное, да. Но не больше одного яйца. Да. Не, мне что-то вообще не понравилось. Зря Максим вот лайфхак увидел. Короче, не повторяйте наших ошибок. Так, давай другой. Вот этот. Не знаю, вы сможете просто накрасили вот эту фигню. Не могу, да. Да, и все. Потому что она вот, я смотрю, как она прилипает. Не особо-то и прилипает вот у меня. Да, да. Да мне кажется, надо это, чем-то таким помощнее промакивать. Не знаю, палочкой. Ну, палочкой, ерунда вообще. Это долго. Ну, либо надо, знаешь, не бумажные полотенца, а салфетки. Ну, потоньше что-нибудь. Так я тебе предлагала салфетки. Вообще изначально это и нужно было салфетками делать. Ну, давай попробуем салфетками. Ты прикалываешься, да? Все разматываешь. Ну, потому что вот это... Короче, я сейчас это надо... Я предлагаю сейчас сделать только два и посмотреть, потому что нужно ждать 20 минут. Посмотреть, что будет, потому что мы зря все это делаем. Я что-то тут, ну так. Ну что ты с палочкой сделал? Я же тебе сразу сказал, принеси несколько, потому что вот так вот, видишь, шок может быть и все. Короче, я вот накрасил яйцо, смотрите, вот так. Не разворачивай. У меня это получилось. Не разворачивай. Я заворачиваю наоборот. Короче, получилось у меня какая-то фигня, пальцы себе покрасил, пол покрасил, шорты себе покрасил. Надо было перчатки одеть. Короче, это жесть. Где эта палочка была? Ну вот, я вижу, получилось нормально. У меня, я художник, конечно, вообще, вон, смотрите, ну. А что, ты нормально накрасил? Ну, видишь, оно такое у меня просто. Полосатенький, ну. как арбуз. У тебя, видишь, как в видосе прямо. Ну, тут я примерно так и делала. Ой, я опять все руки покрасил. Да, короче, нафиг, я, видишь, все руки покрасил, шорты вон заморал, пол заморал. Когда не заморал? Тарелку заморал, короче. В итоге яйцо не покрасится сейчас. Это жесть. Что у нас яиц много сильно. Я, наверное, пойду. Пока я тут ничего не устроил. А ты просто понял, как надо было красить? Смотри, как Максим делает по-умному. Он даже в руки не берет этот конфету эту. Короче, Макс будет у нас все вот это вот красить сам. Да. Решил, что он справится с этим. Справится, конечно. Посмотрите, какие получились яйца красивые. Прям вообще. Вот это вот первое было, которое я делала. Я его просто развернула и все. Ну, в общем, мало краски на него попадало. Потом я начала просто вот так вот жмякать его, чтобы краска лучше распределялась. И вот полностью закрашенное яйцо получилось. Вот. Это все Максим делал. И вот это тоже осталось его тоже пожмякать. И оно будет тоже готово. Краски еще осталось много. Еще у нас уже испеклись булочки. Посмотрите, какие красивые получились. Очень мягонькие. Прям мягкие-мягкие. Ну, а я достала уже Витька. Сейчас запущу его. И будем делать безе. Сверху у нас на куличах будет безе. Посмотрите, какой классный получился крем. Прям вообще такой. Первый раз, по-моему, у меня такой получился. Правда, сахар какой-то, смотрите, там такие, ну, немножко совсем, правда, крупинки остались. Но все равно подхрустывать будет на зубах. В общем, сейчас все это намажем и посыпем. Они уже, кстати, полностью остыли. Холодненькие уже стали. Ну что, Максим, будем посыпать? Нет, нет. Так? Нет, другой стороной, вот так. Не, не дави сильно. Давай я. Максим уже достает посыпочку.
Посмотрите, я хотела сделать маленькие куличики, а получились вот. Ой. Макнулась в крем. Вот такая вот у нас посыпочка. Максим сказал, что он не хочет посыпать, потому что он случайно может все высыпать. Да. А он хочет оставить, чтобы еще себе погрызти. Да. Каждый год у нас просто так ест из пакетиков, из этих посыпку. Смотрите, тут такие прям сердечки. Ой, я сердечки люблю. Ну, понятно. Особенно в булочке. А это как будто бы мак. Посмотрите. Угу. Привет! Привет. Сейчас будем посыпать и покажем, что у нас получится. Мелка, взлетим. Я не успевала Максу пакетики эти отдавать. Смотрите, как он их засыпает в рот себе. Ну вот что у нас получилось. Вот такая красота. Все одинаковые сделала. А Макс все просто за секунду съел. Персик что-то тут тоже пытается выловить. Все, 4 пакетика пустые. Ну вот. И совсем один не пустой. Есть. Угу. Посмотрите, какие у нас тут вкусняшки. В общем, мы к Пасхе готовы. Так, ну-ка, дай-ка попробую. Тихо. Так, а что вы во все-то тыкаете пальцами? Какую-то так. Одну себе выберите. Да, давай. Это моё. Ну, булки ешь. Я? Это завтра будем есть. Я хочу украшения есть. Ты и так украшения съел? Да, Макс, ну где? Давай мы им все облизывать, ну на. Как он, кто будет есть? Ты. Я тебе все облизал. Ты вот это будешь есть. Кто-то дальше всех стоял от тебя, конечно. Я и... Надо, знаешь, что надо спрятать куда-то, чтобы кот не съел. Да. Ну, вон на холодильник можно убрать. Нет. Или куда-нибудь. Да, можно залезть. Да, он не лазит туда. Лазит, он на те шкафы. Ни разу не видела, чтобы он туда залазил. А я просто видела, как он залезет на те шкафы. Можно в холодильник убрать. Ну, не видела, как он залезет. Я в холодильник, он потом вкусный. Да не, ладно, пускай стоят, ничего им не будет. Будет. Надо убрать их просто. Надо повыше куда-нибудь, на. Берем, да и все. Да. Ну, все, давай тогда чай пять. Пить чай с булочками. Да, сейчас по булочке съедим. Точно булочки, кстати. В общем, будем пить чай с вот этими булочками. Эти пока трогать не будем. Да, уже. Коля уже доедает. Максим, кстати... Завтра будем яйцами биться. Знаешь как? Как? Ну, типа вот, будем брать, ты выбираешь яйцо себе, какое хочешь. Да. И вот так вот потом. Да он же знает. Ну, да, все правильно. Это завтра будем делать. Да. Ты же накрасил, молодец. Да. Кстати, красиво получилось, мне прям понравилось. Вот это? Где мое, которое я красил? А, Максим, мы же кое-что еще не сделали. Чего? Мы же наклейки не наклеили. Точно. Где-то они, вот они, наклеечки. Куда? На яйца куда? Хрень на яйца наклейки. Тихо. Помолчи. Что собрался делать? Подожди, стой, Максим, подожди. Да дай посмотрим инструкцию-то. Ты что там собрался, как? Он собрался наклейки клеить на яйца. Так, вырежьте любую понравившуюся вам картинку. А ты уже оторвать собрался, да? Так. Так, тогда нас здесь и посолгать. А, ну потом просто наклеить и снять пленку. Где ножницы? Все понятно. Синие. Вот они, Максим. Али. На, держи. А, они типа не так, что склеиваются, они типа как переводки, что ли? Да, да. А, ерунда, вообще, я думаю, просто чпокс наклеил, все. Ну какая разница, так приклеил. Нифига вырезать, он что заколебается вырезать. Давай, Максим. Я тебе помогу. А тут ты сейчас нарежешь. Минус 10 наклеек будет. Ну, давай. Мы вчера что-то концовочку не засняли. Там, кстати, наклейки, которые мы клеили, они не приклеились на яйца. Про концовку мы просто тупо забыли. Вообще, ну. Забыли.
Просто мы сели есть и все, и нафиг. Поели и спать. Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть. В общем, видео мы это заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.